Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто, в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Вступил в силу приговор суда трем участникам банды воров из Гомеля, которая грабила квартиры в нескольких регионах Российской Федерации. Ярославским полицейским понадобился год для сбора улик и доказательств. Резонансное дело заняло 27 томов. Преступная троица орудовала в нескольких областях России, в том числе Брянской, Орловской, Калужской и Ярославской. Вооружившись самодельными отмычками из маникюрных инструментов, грабители выносили ювелирные украшения, шубы, телефоны, ноутбуки, а также раритетные монеты, медали и ордена. 44-летний главарь банды получил почти 9 лет колонии особого режима, его подельник – 3 года 10 месяцев. На 3 года осужден женщина-соучастница. Кроссовки в обмен на марихуану. Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств в отношении трех жителей Гомеля. Два молодых человека, 20 и 22 лет, дважды сбывали наркотик 19-летнему знакомому. Причем в одном из случаев более 50 граммов обменяли на пару обуви. Все трое обвиняемых состоят на учете в Гомельском областном наркологическом диспансере. Младший фигурант ранее уже привлекался к ответственности за приобретение и хранение психотропных веществ, но на путь исправления так и не стал. Следственным управлением Управления Следственного комитета по Гомельской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, по которому обвиняются три жителя города Гомеля в совершении преступлений, предусмотренного статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Один из указанных лиц обвиняется в совершении преступлений, предусмотренной частью 1, а именно в совершении незаконных без цели сбыта, приобретения и хранения и перевозки наркотических средств. Максимальный вид наказания по санкции данной статьи предусмотрен до 5 лет лишения свободы. Двое из указанных лиц обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Согласно санкции вышеуказанной статьи, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 лет до 15 лет с конфискацией либо без конфискации имущества. Сдали нервы. Бесправный водитель мотоцикла выдал сам себя, в то время как сотрудники ГАИ проверяли другого участника дорожного движения. Курьезная ситуация произошла вблизи деревни Долголесье Гомельского района. Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска госавтоинспекции проводили запланированный рейд, когда их внимание вдруг привлек засуетившийся мотоциклист. Увидев издалека людей в форме, он вдруг поменял направление движения, съехал в поле, бросил транспортное средство и бросился на утек. Однако по глубокому снегу беглец далеко не ушел и спустя несколько минут уже подписывал 3 протокола. Водителем оказался 39-летний житель деревни Долголесье, который не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Также он управлял транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке и без мотошлема. В отношении данного водителя было вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа, которого он сможет оплатить еще не 30 дней. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.